Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свои покупки к новогодним праздникам. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Ну, в принципе, я обычно праздники не отмечаю. Я вообще для себя решила, что если есть желание, тогда отмечу. Нет, значит нет. В том году я Новый год не отмечала. Ну а в этом у меня появилось праздничное настроение, поэтому я даже решила сделать некоторые покупки. Ну, давайте приступим. Возможно, будет еще одно видео, не знаю, посмотрим. Значит, это были не только новогодние покупки, вообще к зиме для поднятия настроения. Я себе приобрела вот такую вот ледянку в Ашане за 359 рублей, Snowbot называется. Здесь чехол, что я считаю отлично. Вот она так выглядит. Здесь ручки. Ну, в общем-то, самое обычное. Так вот, с обратной стороны. Я уже на ней каталась с огромным удовольствием. В общем, хорошо скользит. Мне очень нравится. Ну, естественно, из кадра я ее убрала. Дальше, опять же, для удобства и поднятия настроения я приобрела себе. Но это я показывала. Вот, вот такую вот шапку заказывала на Shein. Удобная, она теплая, вот здесь затягивается. Конечно, ну, многие, большинство из нас, ну, как бы взрослые там покупают для себя, хотя она чисто для детей, но, правда, на ребенка как раз-таки она велика, потому что у меня вот ученица, ей 9 лет, и она после меня, ей заказали такую шапку, и она прям в ней утонуть может. Вот, и как бы даже вроде как один раз чуть не споткнулась, что ли, что-то в этом роде. А мне она и вообще всем взрослым впритык. Но имеется в виду, что вот просто так ее не очень легко снять. То есть, ну, я имею в виду, что, знаете, как капюшон снять. А так вообще очень удобная, не дует. И тут заодно типа как маска, в общем, хорошо, тепло, комфортно. И к шапке я еще приобрела себе также на Shein вот такие варежки. Они, ну, и красивые, теплые, что немаловажно. Вот такая подкладка, здесь отверстие для пальца. Это тоже актуально для использования смартфона. Здесь вот можно что-нибудь там как-то их прицепить. И несмотря на то, что я вообще очень сильно мерзну всегда, в этих варежках у меня, в принципе, руки в тепле. Так. Ну, это вот, да, такое не совсем новогоднее, но по факту имеющее прямое отношение. Также я решила для настроения связать себе для дома какие-то гетры. Ну, сначала хотела купить носки или связать, но потом, в общем, вот, я уже на обе ноги связала, но здесь я уже закрыла петли, а на втором еще петли не закрывала. И потом сделаю, возможно, помпончики, еще что-то, но вот такая вот прелесть. Специально покупала пряжу, это акрил, Пехорка, производитель. Вот, в общем, вот так вот. Это тоже своего рода такое вот предновогоднее. А по надобности, ну, тоже здесь покажу то, что я не показывала. А вот такая вот сковородка в магазине Хофф брала, она 399 рублей, но я ее брала с 50% скидкой, тоже для кухни отлично подходит. К ней давалась лопаточка, но я ей пользоваться не буду, потому что не думаю, что она какая-то очень хорошая. Дальше в Хофф в тот же день взяла себе вот такую кружку, она такая салатовая, светло-салатовая, мне нравится, очень классная. У меня еще была из Фикс Прайс, вот покороче, белая, вы ее видели, но я ее все не грохнула, к сожалению. Вот, знаю, она многим нравилась. Кружка стоила 159 рублей, но тоже получилось мне со скидкой.
Показываю здесь то, что, во-первых, не показывал, но это все мне тоже поднимает настроение. Также я решила свалять из шерсти себе гномика. Вот такой гномик у меня получился. В мастер-классе он был без глазок, ну то есть глазки как под шляпой. Но, возможно, я все-таки сделаю ему еще и глазки. Вот. Ну и в отличие от мастер-класса, у него тут такая одежка. Ну, в общем, милейший гномик будет меня радовать. Дальше я купила в Ашане чай Надин, исполнение желаний. Здесь черный чай с добавками, с ароматом специй и шоколада. Он очень приятно пахнет, вполне себе вкусный. Ну вот тоже буду как бы заваривать, получать удовольствие от чаепития. Дальше открыла я для себя, сейчас покажу, интернет-магазин. Показать-то лучше. Вот так вот он называется, это не реклама. Вот. У них есть приложение, мне просто в Инстаграм попалось. В общем, сделала я уже у них 3 заказа. Доставка бесплатная в постаматы Пятерочка, Five Post. А я еще у Пятерочки купила пакет подключения за 200 рублей в месяц. Так там входит 10 доставок, с 10 доставок в месяц в этот постамат. Если на тот же номер телефона 500 баллов, то есть 50 рублей возвращают. То есть получается, я за доставку не плачу, еще и получаю с этого. В общем, вот в этой коробочке мне пришли 2 цветочка на клипсе. Там было заявлено цвет Тиффани. Но и действительно на сайте был реально цвет Тиффани, но, к сожалению, пришел вот такой цвет. Это, ну, мне кажется, ни разу не Тиффани. Это первое. И, ну, клипса, кстати, хорошая. Я ожидала другую. Я думала, возможно, на шторы здесь, на кухню. Ну, посмотрим, куда применю. Но это как бы непосредственно к Новому году. И если один цветочек вполне себе нормальный, то второй получается немножко покоцанный. Ну, вот здесь вот и, как видите, и сам по себе. Но в целом, ладно. Цвет в любом случае неплохой. Цена вопроса 43 рубля, поэтому окей. Каждый цветочек был еще, естественно, в отдельном пакете. Так. Роза на клипсе, цвет Тиффани, диаметр. А сколько диаметр? Что-то не... 8, что ли, сантиметров, как-то так. Там же лежала вот такая вот подложка, то есть тоже, чтобы все в целости, сохранности, ну и накладная. Хороший магазин, мне понравился. Но это был уже третий заказ, сейчас я жду четвертый. Там минималки нет, заказывай насколько хочешь. Вот. А второй мой заказ был. Но это тоже и к Новому году, к новогодним прогулкам, да и вообще. Взяла себе, сделала заказ там же чая. Взяла себе вот такой вот зеленый китайский чай Беллифорд с ароматом персика и клубники. 25 пакетиков. И, по-моему, я, в общем, платила то ли 40 с чем-то рублей, то ли 50 с чем-то. Там была акция. Приятный чай. Вот так вот в индивидуальной упаковке я уже беру активно на прогулку, дома пью. Короче, мне чай в целом нравится. Я не могу сказать, что он какой-то вау, невероятный, но очень даже неплохо. Дальше. Тоже Беррифорд, каркаде с яблоком, корицей и ароматом глинтвейна взяла. Я такой чай беру с собой, особенно на прогулке. Ну, приятно, он хорошо согревает. Такой аромат. Вот тоже индивидуальная упаковка. Очень здорово, пахнет прям корицей. От этого же производителя взяла Беррифорд черный чай с ароматом бергамота. Вот. А здесь аромат бергамота
очень насыщенный и точно так же индивидуальная упаковка. Тоже можно и на прогулку хорошо с собой брать. А здесь еще есть, ну, разные варианты. Фруктовый коктейль с мятой, лимон, яблоко, шиповник, просто черный чай и с чабрецом и мятой. Короче, разные варианты, но я взяла вот три таких чая. Дальше я решила попробовать чай Supreme Grand. Взяла пряный бергамот. Ну, мне показалось, это уже пирамидки по 20 пирамидок, но мне показалось, что как-то вкус и аромат не ярко выражены. Вот такие пирамидки. Ну да ладно, это все равно выпью. Повторюсь, чай, что этот, неплохой, но и не вау, но могу посоветовать. Тоже цена вопроса максимум 50 чем-то рублей, наверное. Из этой серии тропическая слива. Вот тут вот слива, кокос, ананас. Ну вот так вот, как-то нежно, вкусно пахнет, но... Из всего из этого мне больше понравился клубника-базилик. Но базилик я в принципе люблю, хотя тут преобладает, как и заявлено, клубника. Пахнет и из упаковки, и пахнет также, когда завариваешь. Вот, то есть здесь мне, в общем-то, на первом месте этот, на втором этот, и тот зеленый на третьем месте. Вообще получилось черный, красный, зеленый чай. Вот, а здесь первое, второе, третье. Вот так вот можно расставить. Так, давайте куда-нибудь сюда, что ли, положу эти цветочки. Вот. Также я заказала кафеса Drip Coffee. 5 сашеток. Фикс прайс стоит 55 рублей. 3 сашетки в коробочке, и там еще в составе робуста, но при этом робуста там, видимо, очень мало, потому что арабика там весьма неплохая. Тоже заявлено 100% премиум арабика, вполне верю. Вот. Но я решила, ну, попался мне на глаза вот в этом интернет-магазине 115, а была даже акция 80 чем-то рублей за 5 сашеток, и здесь уже робуста не заявлено. А вроде бы как. Но я неоднократно читала, вроде робусты нет. Буду пробовать, еще просто не открывала. И в подарок к заказу, первый раз там, по-моему, даже на любую сумму, в общем, мне в подарок положили вот кофе Альпиника. Премиум кофе, 100% арабика, натуральный молотый кофе, темно обжаренный. Ну и подходит и для турки, здесь 8 грамм, и для френч пресса, гейзерный, и кофемашин, всяких этих кофеварок. Вот. Я открыла, но еще тоже не пробовала. Вот. Такой пакетик здесь. Ну, приятно. Знаете, приятно. Доставка бесплатная. Пятерочка вернула 50 рублей. Еще подарок положили. И цены не огромные на все. Так что приятно. Это вот был такой заказ у меня первый. А, мне же еще положили купон спа для лица на сумму 3300 рублей. Причем еще был один заказ, и там тоже положили купон. Но это я вряд ли пойду. Так, и был еще один заказ. Но это я взяла не себе, может быть, на кому-то на подарок. Вот такой вот чай. В жестяной банке. Она очень красивая такая. Мне прям понравилась.
Ну, вообще изначально цена вроде была 200 с чем-то, я не знаю, но я за нее заплатила 60 рублей. А учитывая, что пятерочка мне вернула за доставку 50, вы понимаете. А, здесь еще в этом магазине бонусы начисляют, которые можно списать. Вот такой вот чай. У меня, в принципе, из моих подруг особо никто чай не пьет, в основном кофе или просто воду. Но одна моя подруга и по совместительству ученица чай пьет. Может быть, я ей в подарок вложу. Будет приятно, надеюсь. Так, ну что, двигаемся дальше. В плане покупок. В Ашане я взяла за 33 или за 34 рубля вот такие палочки для шариков. Здесь 10 штук. Хочу надуть. В Хофф абсолютно бесплатно, потому что у меня стоит приложение «Активный гражданин». Там ежедневно проходит голосование, ну, от правительства Москвы, и дают баллы, их можно обменивать на подарки, походы в музеи, в театры, на выставки. И также там промокоды даются во всякие магазины: Леонардо, Хофф, Детский мир, Комус, Магнит и тому подобное. В общем, я получила очередной промокод. Кстати, ссылка на «Активный гражданин» будет под видео. Проходите. Если вы живете в Москве, вы можете участвовать в этой программе. Вот я уже там на 2500 или на 3000 брала купоны общей сложности, да, в Леонардо, и карту Тройка пополняла, и уже в Магнит Косметик на 500 рублей сходила, и вот сходила на 500 рублей в Хофф. Взяла себе вот такой вот диффузор «Волшебное Рождество». Коробочка вот такая, сделана в форме открытки, то есть можно здесь еще, если кому-то дарить, написать поздравление. Вот, ну, как всегда, баночка. Это аромат, в общем-то, корицы и апельсина. Почему решила себе этот диффузор взять? А потому что это тот самый аромат от L'Occitane, корица апельсина, их знаменитый, который некоторое время назад они вывели и больше не возвращают. Может быть, конечно, что-то у них есть, потому что какое-то время были палочки ароматические, в продаже еще что-то, мыло, но в целом, к сожалению, свернули они эту линейку. Вот сам бутылек. Даже так пахнет. Вот реально именно тот самый аромат. Просто у L'Occitane он был совершенный. Вот там идеальные пропорции корицы и апельсина. Это вообще бомба. У меня еще свечка их сохранилась. Ну и, соответственно, 5 палочек. Там сказано, что хотя бы раз в день нужно эти палочки как-то там крутить. Что-то такое. Вот и цена вопроса была, по-моему, 200 с чем-то рублей. Ну, в общем, мне это было бесплатно. Ну и вообще акция была. Сейчас, минутку. Пока я еще все это дело не открывала. Ну, я имею в виду, не ставила, потому что, как сказать, ну, потом, поближе к праздникам. Также есть у меня некоторая задумка относительно декора, поэтому взяла там же по 39 рублей две рамочки. Ну, там сумма покупок получилась больше, чем 500 рублей, ну, 600, наверное, с чем-то. В общем, я 115 заплатила за все про все. Но это, конечно же, не все покупки. Сейчас продолжу показывать. А взяла по 159 рублей набор вот таких шаров. Так, здесь 10 штук. Я там могу отражаться. У меня еще на лице тейпы наклеены, если что. В общем, я хотела серебряные и синие. Синих там не было. В общем, вот такие. Мне нравится, что здесь и с блестками, и матовые, и блестящие просто такие вот. Короче, такая покупочка. У меня очень много елочных игрушек, но я в этот раз хочу нарядить вот именно так.
И не смогла удержаться. Я вообще такие цветы... Ну, мне этот цвет нравится. Там, допустим, красный я не люблю. Был нежно-розовый, он мне понравился, но мне не актуально. Но вот этот я решила взять. В итоге елка у меня будет, возможно, трехцветная. Вот, ну, согласитесь, цвет просто шикарен. Просто шикарен. Вот по 159 рублей одна упаковка и вторая. А также в Ашан, в Ашане я взяла по 5 рублей с копейками, ну 11, наверное, или 10, не знаю, 10, сколько тут, в общем, цветы эти, пуансеттия белые, потому что я не люблю красный цвет, мне, правда, дарили живую пуансеттию в том году, но... Причем заранее знали, что я ненавижу красный цвет, но мне подарили, и подарили именно живую. А, говорят, что смотрят мои видео очень внимательно, я почти везде всегда говорю, что я ненавижу красный цвет, не люблю живые цветы, потому что за ними надо ухаживать. Короче, они мне благополучно, этот цветок помер. А, вот, а искусственные я люблю, поэтому взяла, что-нибудь тоже украшу. Дальше я решила, что я хочу натупные шарики, поэтому приобрела тоже по 4 или по 5 рублей в Ашане поштучно вот такие синие шарики. И здесь разные оттенки, посветлее, потемнее, есть еще вот такой вот шарик. Вот. Это вообще просто замечательно. Поскольку мне нужны все-таки синие шары, я взяла в Ашан вот такой шарик. Ну, они были все от... 5 до там 35 что ли рублей. А еще вот такой колокольчик взяла, это вообще серо-синий такой. Потом взяла вот такой шарик, еще и взяла сердечко в хов за 399 рублей взяла светильник. Вот видите, какая красота здесь. Классно светится. В Ашане еще я брала вот такую салфетку как декор, ну и вообще для поднятия настроения себе. Вторая салфетка была вот такая. Ну, по 50 с чем-то, по 60 с чем-то они стоили. Но согласитесь, очень-очень красивые. Там было не так много вариантов. На балкон, на икеевский столик взяла вот эту салфетку, она идеально подходит. До этого, как летний вариант, я брала фламинго, а это вот как раз-таки зимний вариант. Это еще не все. Я брала также по 5 рублей с копейками маленькие в Ашане елочные игрушки. Сейчас покажу. Вот такие вот звездочка, сапожок, вот эта вся милота, елочки, колокольчики. Вот. И еще взяла 4 штуки на подарок. Уже не буду в кадр класть. И так тут всего полно. Для одной новогодней затеи, которую, возможно, буду осуществлять, мне нужны были маленькие, ну, типа водяных шариков. Но, честно, мне ломало заказывать на Wildberries за 300 с чем-то рублей. А оказалось, у меня целый пакет есть. Так что это радостно. Еще нашла сердечко. Ладно, если я что-то забыла показать, то покажу в следующем видео. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.